Версий о том, откуда взялась традиция купаться в фонтанах, множество. Одна из самых романтичных – дескать, в воде можно увидеть отражение неба, которое так манит десантников. Вот и окунаются в него. В праздничный день десантники действительно нет-нет, да и поддаются романтическим порывам. Все пошло на взрыв! Праздником! В прошлом году, в день ВДВ, в Орле десантник сделал своей девушке предложение. В это же время в Екатеринбурге другой десантник женился. День ВДВ отметят сегодня и в Перми. В 11:00 колонны торжественного шествия пройдут от речного вокзала по улицам Монастырской и Сибирской до сквера Советской армии. После чего десантники возложат цветы и венки памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу и «Разорванное братство». В 13:30 празднование Дня ВДВ продолжится на стадионе «Юность» культурно-досуговыми мероприятиями, спортивными состязаниями и показательными выступлениями. Как сообщает администрация стадиона, вход на территорию стадиона со спиртными напитками будет запрещен. Алкоголь во время празднования продаваться не будет. Нарушители общественного порядка рискуют получить административное наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток.